Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Дроботин. Я представляю студию йоги Дхарана и школу системной йоги. Хотел пригласить вас на семинар по пранаяме. Пранаяма – это гимнастика йогов. На этом семинаре вы узнаете о том, как выполнять различные пранаямы для начинающих, которые рекомендованы конкретно в наше такое необычайное сложное время, максимально эффективные техники дыхания. На этом семинаре мы проработаем пранаямы как отдельный элемент от асан, от физических упражнений. И также будем учиться выполнять это совместно с упражнениями, то есть в асанах. Пранаяма непосредственно в самих упражнениях в асанах. Как утверждает йога, асаны, физические упражнения, это как бусины, а пранаяма это нить, которая соединяет эти бусины. Другими словами, очень важно научиться правильно дышать. Если мы не умеем правильно дышать в асанах, то хатха-йога для нас превращается в необычайно сложный труд. Также, если у вас нет возможности посетить наш курс офлайн, то есть вживую, лично с инструктором, вы можете позаниматься, пройти курс онлайн. Пройти онлайн-обучение, другими словами. Онлайн-обучение очень удобно тем, что вы видите весь курс в картинках. То есть на экране монитора вы видите саму диаграмму дыхания, выдоха, вдоха, задержки дыхания. То есть мы это все проходим через экран компьютера. Если говорить о более удобном семинаре или, так сказать, вебинаре для онлайн-обучения, то это, конечно, пранаяма. Здесь наиболее эффективно можно получить полную информацию об этом курсе и применить этот курс дома. Ждем вас на наших семинарах и вебинарах, если кто хочет такой курс обучения пройти. Вся информация у нас под видео. Спасибо вам большое. Намасте. До встречи.